Главное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Это, друзья, миски. Миски, эмалированные ягоды и фрукты. Друзья, с крышками они идут. И помните о том, что, готовя еду, мы редко задумываемся, как же мы будем ее потом хранить. А ведь для каждой хозяйки, согласитесь, это очень важно, сохранить то, что было приготовлено без потери вкуса. И чтобы хранилось вот это все максимально долго. Лучше всего еда хранится в эмалированной посуде. Об этом знает каждый. Особенно, если это многослойная эмаль у сербского бренда Митрот, который уже много лет радует нас своей удивительной посудой. Митрот из Сербии с любовью. Ну и, конечно же, с любовью с Александром Растуниным сегодня будем готовить, экспертом шоп-н-шоу. Совершенно верно. Итак, друзья, уникальная трехслойная эмаль, которая фактически является стеклом. И здесь она как раз поможет вам полноценным вкусом наслаждаться в любой ситуации. И вы будете чувствовать вкус блюда, а не металл, друзья мои. При всем при этом, смотрите, у вас будет отличное пищеварение. О, это хорошо. И, конечно же, настроение, такое настроение, как у нас сегодня с Ольгой Грядуновой. И мы, собственно говоря, и готовим, и храним еду, благодаря чему? Собственно говоря, благодаря тому, что у нас с вами есть вот это стеклопокрытие. Так. Фактически это эмаль. Ага. Вау. Слушай, надо же, миски можно использовать, смотрите, даже в духовке и на плите, да и смотрите, в качестве хранения. Это трехслойная эмаль, которая, по сути, является, как я уже несколько раз сказал, стеклом и выдерживает самые-самые высокие температуры, Оленька. Поэтому мы можем запросто с тобой приготовить вот такую вкуснятину на завтрак. Это, друзья мои... Жирненький завтрак у нас-то получится. Хотя завтрак. Нам не привыкать, но это нам, нормально, да, для нас, мы, Саша. А мы с Ольгой любим. Итак, друзья, кроме всего прочего, посмотрите, вот эти орнаменты, эти деколи многоцветные, разные, очень вкусные, очень красочные. И причем, смотрите, ничего же с ними не происходит. Вау, даже я прям вот беру острый нравится. Нож. Ага. Я могу делать все, что угодно, хорошо. И при этом она не страдает. Угу. Почему? Потому что это действительно наносится до того, как наносится верхний слой эмали прозрачный, и получается, что деколь сохраняется, ну уж если не вечно, то лет, наверное, на 50 точно хватит. Ну, слушай, вот ты борщ сварил, например, да. Как потом его хранить? Как его забрать на работу? Очень легко и просто. Давай я сейчас выключу, потому что он у нас уже готовый. Небольшое количество еще зелени для аромата. Теперь что я делаю? Смотрите, я беру и закрываю крышкой. Причем эта крышка закрывает достаточно плотно и удобно хранить. Удобно брать с собой. Причем открывается тоже достаточно удобно. Ну что ж, друзья, смотрите, крышки тоже идут в комплекте. И сегодня вы выбираете свой дизайн. Я знаю, что для женщин это важно. Какой дизайн и как он будет смотреться на вашей кухне. Итак, у нас есть ежевичка. Вкусная-вкусная ягодка. Прямо слюнки потекли. Как это, ну, красиво смотрится. Ежевика 2,4, 3,3 литра, 5,7. Ну, это мы про кастрюли говорим, да? А сейчас мы вам предлагаем миски. Давайте посмотрим на наши миски. Вы можете сегодня собрать целую коллекцию. Взять и миски, и кастрюли. Собирайте на бесплатную доставку. Итак, вот миски, да? Есть айва, есть ежевика, и есть у нас еще фрукты. Вот они, фрукты, сливы, большие-большие. Так, объемы, смотрите, в комплекте 1,1 литра, 1,7 литра и 2,4 литра. Все это комплект, да, вот который вы можете сегодня собрать. Минимальный объем стоит 899 рублей. Далее, смотрите, 999 рублей побольше мисочка и большая 2,4 литра сегодня будет стоить 1199 рублей. Друзья, звоните и заказывайте прямо сейчас, пока действует скидка 50%. Не забудьте, что это не просто эмалированные миски с крышками, да? Вы сегодня выбираете брендовые миски. Это Сербия, 60 лет успеха. Расскажи, пожалуйста, про бренд Митрот. Ну что ж, друзья, бренд Митрот был основан в 1959 году. Уже более 60 лет, да, производится именно там, в Сербии, отличная посуда на заводе, собственно говоря, «Металлак». И делается, смотрите, практически
вся часть, которая может быть сделана вручную, делается вручную. А то, что делается автоматом, конечно, делается с помощью автомата. Отлично. Ну вот мы и на заводе побывали. Кстати, смотри, сегодня, Саш, действует выгодная акция. Если берем, например, три миски и любые три единицы от бренда Metroid, мы получаем дополнительную скидку 500 рублей. Поэтому, друзья, смотрите, берем три миски и получаем дополнительную скидку. Это очень здорово. Хотела тебя спросить. Смотри, вот, например, моя свекровь, она обожает эмалированную посуду. Даже на Новый год, прошлый Новый год, мы ей подарили набор эмалированных кастрюль. А как ты считаешь, лучшая посуда эмалированная или все-таки это заблуждение? Ну, друзья мои, лучшая домашняя посуда, конечно, только эмалированная. Почему? Потому что эмаль помогает справиться с любыми неприятностями. Ну, например, готовите вы кислый борщ. И что же получается? Если вы, например, используете алюминиевую посуду, 100% происходит окисление. А если ваша посуда без покрытия, собственно говоря, будет происходить то же самое. Здесь у нас с вами эмаль трехслойная, с которой ничего не случится. Не бойтесь, что она треснет. Сама основа — это, собственно говоря, углеродистая сталь, самая крепкая, самая прочная, и она как раз помогает теплопроводимости. Дальше у нас идут слои эмали, которые покрывают один другой и тем самым укрепляют, собственно говоря, эти слои. И это значит, что мы получаем в итоге экологичный продукт. И самое главное, что гипоаллергенный. Поэтому очень легко и, собственно говоря, и ребятам вы можете готовить, я имею в виду внукам, детям, конечно, самому себе. Почему? Потому что все очень здорово. Конечно, эмаль. Вспомните, в советское время какие крутые были кастрюли. Мы только эмалированными кастрюлями и пользовались. Сегодня вы можете выбрать миски. Это гораздо удобнее. Можно использовать и как кастрюли, и в качестве форм для запекания в духовке. Выдержит наша сербская эмаль от бренда Metroid. И на плите можем также запекать что-нибудь, да и украшать стол вместо салатников использовать, а потом закрыть крышкой совершенно и убрать верно в холодильник. Совершенно слушай, верно. Вот еще такой момент, смотри, если газовая плита, можно ли использовать эти красивые миски? Тут у нас ягодный такой дизайн, да, жалко будет, друзья мои, если что-то случится. Абсолютно точно можно использовать, абсолютно на любых видах плит, в том числе и на электрической, газовой, галогенной, достаточно герметичная. Обратите внимание, закрываю, переворачиваю, и ничего не случается. Прекрасно. Вот таким образом даже, Саш, можно перевозить. Год, точно. Салатики взяли, закрыли крышкой и пошли к соседям. Да, это удобно. Выбирайте для себя, скидка 500 рублей при заказе от трех позиций. И максимальная скидка, действующая только сегодня.